теплоносій нагрівається не від теплової енергії сонця, а від фотонів. Тобто на вулиці може бути мінус 50, а якщо сонячний день, то кількість фотонів. От ми з одиниці взяли тисячу, кількість там на квадратний метр. На зараз 600. Она очищает воду до 1-2 нанометров. Это такие размер частиц, которые оставляет на себе эта мембрана. Она оставляет на себе, задерживает вирусы, бактерии, даже крупные молекулы. Сейчас мы отрабатываем вопрос обеспечения, скажем, водой через бювет. Я думаю, что мы будем строить в городе бювет, потому что мы сейчас убеждаем, что эта вода очищенная, она качественная.